без паники. Это просто волнение. Пайк говорил, что здесь это в порядке вещей. Помнишь? Наш корабль все выдержит. И это выдержит. Я же просил, без паники. На этом корабле мы в безопасности. Вот теперь можно паниковать. Надеть шлемы. Бегите в грузовой отсек. Что ты делаешь? Я посылаю сигнал о помощи. Надеюсь, кто-нибудь на этой планете нас услышит, прежде чем... Отстань от меня! Бен! Бен, что ты медлишь? При обратном превращении в человека на мне не будет защитного скафандра. Я буду в обычной своей одежде. Как известно, кислород кончается быстро, мне нечем будет дышать. Для этого должна быть кнопка. Я не буду сейчас искать эту кнопку. Мы должны помочь Гвен. У нас пока есть кислород. Следуй за мной, я внес кое-какие изменения. Я установил агрегаты для гребли и нейрошоковое оружие. Ты его испытал? Я его испытала. Хорошо, но нам нужно больше энергии, чтобы уничтожить эту штуку. Нам надо найти его слабое место. Ты в порядке? Да, пошли. Итак, все по моей команде. Раз, два, 10! Получилось!